Сохранить самое ценное. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Сотрудники Щелковского ГИБДД совместно с автошколой «Орлан» этому событию посвятили специальную акцию. А гидпробегом они решили напомнить всем участникам дорожного движения о том, как важно соблюдать правила на дороге. Всем напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Вот. Как правильно дорогу переходить, ребят? Пешеходные молодцы. А какие пешеходные переходы есть у нас? Подземные. Сохранить жизнь и здоровье детей. С такой целью сотрудники Щелковского отдела ГИБДД вышли на улицы города. Специальная акция под названием «Детям безопасная дорога» призвана привлечь внимание всех – и автомобилистов, и пешеходов к проблеме детского травматизма. За 11 месяцев текущего года в нашем районе произошло более 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 25 дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории Щелковского муниципального района с детьми, пострадало 27 детей. Слава богу, в этом году погибших не допущено. Для сравнения, в прошлом году произошло 14 ДТП, один ребенок погиб. Чтобы привлечь внимание как можно большего числа людей, сотрудники ГИБДД решили организовать не просто гидпробег, а специальную акцию. В самых оживленных местах города они встречали молодых мам с детьми, а также ребят, поздравляли их с праздником и вручали памятки. Хотелось бы пожелать вам здоровья, безаварийных дорог. Вот, спасибо, растите большие большое. И здоровые. Спасибо. Хотелось бы, чтобы все как бы и правила соблюдали, за всем следили. Все это важно очень. Безопасность детей и так далее. Конечно, такая акция не решит полностью проблему детского травматизма. Многое зависит от родителей ребят. Какой пример они подают своим чадам? Соблюдают ли правила дорожного движения? Есть ли в машине удерживающие устройства? Обезопасить детей на дороге удастся только совместными усилиями. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».